Всем привет, с вами мистер Чизер, вы смотрите мой дисплей канал, и я продолжаю проходить игрушку под названием Chroma Squad. Эх, третий сезон, первый эпизод у нас уже. И если честно, я хрен за сколько времени не играл в данную игру, поэтому уже не помню, что тут и как было. Я лишь свернусь, чтобы проверить запись, с ней все отлично. Впрочем, как всегда, я вижу, у нас тут три письма, давайте их озвучим и прочитаем. Давайте, ребята, что с этой игрой? Она когда-нибудь вообще будет зарелизена? Прекратите, короче говоря, загружать фотографии вашей еды на Facebook. Пожалуй, выпустите чертову игру. Что, какая игра? Я заплатил деньги на Kickstarter и до сих пор не получил ни одного обновления. Ну давайте же, я уже и так потратил много долларов. Чего? А, то есть я уже и так потратился на покупку нового монитора. Я хочу поиграть в нее прямо сейчас. Я не знаю. Бакер Kickstarter, это, наверное, отсылка к тому, что игра у нас была вроде как через Kickstarter профинансирована. Но хотя, если честно, я точно не знаю. Поэтому, кто знает более подробную информацию про данную игру, то есть про Chroma Squad, была ли она на Kickstarter или нет, ну, пожалуйста, напишите в комментариях к этому видео. Мне чисто интересно будет. Если будет возможно, то прицепите даже ссылку на Kickstarter, именно на эту игру, то есть на ее страницу на Kickstarter. Я посмотрю, что там они писали, разработчики, мне интересно. Так. Чё, как дела? Гага здесь. А, черт, я другая ассоциация, не с Леди Гагой, а с другим чувачком на Ютубе, ну ладно. Эй, как у вас делишки? Я просто проверяю, что все отлично. Я хочу, чтобы ваше шоу было большое! И такое же большое, как и ты, жирный. Ладно, это я уже сам добавляю. Давайте заставим вашу аудиенцию подпрыгнуть до потолка. Так, и от Серебра у нас письмо. Точнее, от Лестера Джонсона, а не от Церебра. Ну ладно. Я думаю, что этот Церебра должен... Не должен быть... Переоценен, что ли? Я не знаю, как Trusted переводится, к сожалению. Ну ладно. Вы представляете, что... чем это может обернуться в итоге? Будьте осторожны, хромоотряд. А что если... Ответ получен? Блин, я не знаю. Я залезу лучше на... Google, потому что вот это одно слово, и из-за него я не могу понять смысл всего остального. И, соответственно, мне неинтересно. А, черт. Доверие. Не, ну понятно, что трасс доверие. Просто доверие? Я думал, тут какая-то другая хрень, а не доверие. Ну ладно. Почему Церебро нельзя верить? Ну, ладно, просто будьте настороже. Ладно, допустим. Так, закроем. Наш любимый Google. И вернемся к нашей теперь любимой игре. Нихера себе у нас денег. Слушайте, ребят. Студия. Нам надо срочно апгрейдить студию. Так, ну Bigger Studio у нас уже есть. Дисконт в магазинчиках. Аудиенция от Кобота скиллов. Давай. Так, меха, Гес получил производство ХП, это обязательно надо. 10%, давай. Так, стоп, уйди, финансы. Че, еще можем сделать? Камера. Director's Instructions, это особо не надо. Крафтинг рейд плюс 40. Не знаю, что это даст, но давай, деньги есть. Пылесос. Descent green screen. Плюс 10 global audience gain. Давай. Why the fuck not? We have the fucking money. Меха, что у тебя есть? Что мы можем заапгрейдить тебе? О, мы тебе можем... У нас же доска появилась. Черт тебя дери, что ж мы можем тебе сделать? Так, сейчас у нас вот такая хрень, которой я вроде ни разу не пользовался. Электрическая коробка, у нее даже есть USB-порт. Powered by sign panels on the back. То есть... Ну ладно. Precision Defense. Все?
А, тут разница в скиллах. Перезарядка. Все скиллы... То есть перезарядка всех скиллов снижается на один ход. За каждый комбо-удар. То есть когда мы бьем просто рукой, да? Это ж как бы там считается комбо, сколько ударов мы нанесли. Восстанавливает еще 1000 хп за каждый комбо-кантер. Каждого хода. Прикольно. Это, то есть если нас будут бьют, можно там еще хп повосстанавливать каким-то раком. Так. Получаем 2640 бонусной брони, пропорциональной к нашему комбо. Да подожди, не исчезай, дай мне прочитать. Заканчивая... End's turn. Заканчивается при смене хода, что ли. Cooldown 4. Вот это, кстати, больше нравится. И хилит, и снижает использование скиллов. Давай. Тут еще, наверное, что-то будет. Плюс 50 защиты. Ох, золотая. Металлическая... О, не-не-не, это пока слишком рано нам туда. Так, голова, что с головы можем сделать? Доски закончились. Тут какая-то хрень, нужна еще винил. Нафига нам виниловая пластинка для башки робота? А, так, маркетинг, что у нас с маркетингом? Ну, пока что у нас еще на 2 эпизода есть контракт, который даст нам силу фанатов. И опять же силу... А, то есть нет, наоборот. Айтем дроп повышает и фанатов. Пойдет пока. Крафт! Что мы можем зарисайклить? Лук не хочется. Ох, фиолетовые шмотки появились. Катапульта! Скажи своим друзьям, чтобы они одели парашюты. Плюс 3 дальности к акробатике. Это, кстати, Семену подойдет. Он сможет запуливать наших бойцов черт за куда. Плюс 2 к движению. Do you wanna go fast? Мне, если честно, надо все. И это нам надо... Так, эта катапульта нам надо Семену. Да, она не такая же крутая в качестве атаки и кантер, но зато сможет закидывать наши куда угодно. Дальше, вот эта хрень нужна красному. Почему красному? Потому что у него мувмент 4. Да, в принципе, тут у всех мувмент 4. Но у него снизится немножко здоровье, но он сможет дальше ходить и танковать, соответственно. Давай экипировать. Так, полиэстерный жакетик. Здоровится. Custom Hero Helmet. У нас уже ни на что не хватает, как я вижу. Даже на Colored Boots. Опа, фиолетовый пистолет. Так себе вроде как. Меха Хит Ченс еще какой-то повышает. Мечик. Кстати, для красного отлично подойдет. Но у красного у нас швабра. Так что все нормально. Так, давайте, наверное, в магаз еще зайдем. Элитные перчатки. Элитные перчаточки. Вы понимаете, в чем прикол? Так, мумут 4. Ну, мы можем купить себе, мы можем это позволить. Fast Hero Helmet. Skill Regen. Health. О, это, кстати, для бобра само то. Он же там стреляет, он у нас дальник, и, соответственно, это поможет нам. Так, кстати, еще Алерт тоже, наверное, подойдет. Fast Hero Helmet, по той причине, что у него скиллы тоже очень полезные. Ну, это хилка, чуть ли не самая полезная в RPG-играх, наверное. Это просто защиту дает, то есть здоровье. Skill Regen. Skill Regen тебе тоже. Красного мы что можем? Да ничего. Тебе можем обычный дать. Или тебе. Вот тебе давай, Вилли. Strong Hero Helmet. Далее, зайдем к нашим ребятам. У них тут еще скиллы, кстати. Так, начнем слева направо. Так. Five Gen Phoenix. Инстантно поднимает павшего товарища. Который находится в 3 клеточках от персонажа. С 50% хп. Отлично. Так, телепорт, фан-клуб. Плюс 20 аудитории за юзание скиллов, понятно. Все противники до 4, которые находятся на удалении 4 клеточек, получают минус 3 к движению и минус 50 к атаке. На 2 хода. Короче, это дебафик им, понял. Weapon экспертиза. Вы наносите на 30% больше урона пистолетами и винтовками. Куда уже больше? Да чистый ДД у нас тут, ё-моё. Давайте пока вот такой юзанём.
хотя бы 4 клеточки, он же будет издалека стрелять. Это пассивка, кстати. Давай пассивку оденем. Красненький, что у тебя? Join up. All standing allies move to your side. То есть подозвать всех можно. Окей, иногда может быть полезно, если надо за кем-то успеть. Например, Семеном подкинуть красного и красный подозвать всех к себе. И провокация. Все противники до 7 клеточек от нашего героя игнорируют союзников на 3 хода. И хилит 30% здоровья. Это чисто для танка. Отличная штука, подойдет. Далее. Фан-клуб, опять же, получает двойную аудиторию за нанесение урона. А, мастер боевых искусств. Плюс 15% к базовой атаке. Интересно. Ваше оружие наносит на 50% больше урона. Не, давай лучше стант-мастер. Так, что это за ножик? Вы наносите на 50% больше критического урона и получаете 15% шанс застанить противника с даггера. Понятно, даггеров у нас нет. Молниеносная атака. Вблизи. Короче, ладно, давай, блин, молниеносную атаку. Шлем у нас тут, кстати, еще есть. Но он вроде как уже никому особо и не нужен. Вот уже хорошенько так оделись, скажем так. Денег просрали, но 1000 я все-таки оставил. Так, стоп. Крафтинг, ресайкл, и давай вот это все переплавлять. Надо ресурсы получать с этого всего дела. Хоть какие-то. Хорошо, что в игре этим можно заниматься. Полезная штука. О, пластик, отлично. Пластик я люблю. Так же, как и получать ничего. Золотая пластинка... Ой, пластинка, лента нам... Достается из 4 серебряных. Давай. Давайте сделаем одну чисто, чтобы было. Далее. Это золотые, не нужны ни на что. Вроде нет. Нам нужны вот такие ресурсы, типа как шарды, там вот эти вот глиттеры, которых у нас нифига нет. Так, меха. Я помню, у тебя что-то можно было сделать за золотую. Или это не тут? Или это не тут? Кстати, ноги у него еще не прокачаны. Ага, вот и наш репейер. С неплохими такими скиллами. Ладно, на 12 минут тут мы уже херню настрадали. И тем более мне тут еще надо ответить быстро на звонок, поэтому сейчас все будет. Подождите секундочку. Звонок прошел, извини за заминку. Кстати, у нас тут один эпизод всего лишь. Друг Гага и его портал. С помощью могучих морфинов новый друг Гага с помощью нового друга Гаги, могучим морфинам, третий сезон начинается с отличного прироста аудитории и большим бюджетом. Вот откуда у нас деньги. Погнали! Так, я последний раз вернулся, чтобы проверить, что все отлично. А то, блин, постоянно у меня... Меня терзают смутные сомнения. А, много денег — это всегда хорошо. Да, мы теперь это можем принять. Почему бы нам не сделать этот эпизод... Не снять этот эпизод по тому сценарию, который я написал несколькими месяцами ранее. Я хотела бы... Этот мусор о зомби и путешествиях во времени ни в коем случае. Единственная причина, почему у нас есть большой бюджет, это потому что... Из-за моего лидерства и подсказок Гаги. Мы теперь мейнстримные. Нам нужно думать немножко шире.
Этот парень Гага нам очень сильно помог, но Майкл, ты не один, мы же команда все-таки. Мы поговорим об этом немножко позже, но прямо сейчас, как наш лидер, я хочу сказать, чтобы мы начали этот сезон с идеи Гаги. История с портальным монстром. Мы уже записывали портальный эпизод. А, все будет ништяк. Рассказчик, начинай разговор, пожалуйста. Наши герои все еще ищут. Ищут пространственный портал. Господи, как это правильно перевести, а? Портал, которым они верят, что он может оказаться источником всех монстров, которые вторгаются на нашу матушку-землю. Гага сказал нам, что он установит портал где-то в лесу. А, Майкл, закупил ли ты новое программное обеспечение для нашего рассказчика? Некоторые люди находят его очень старым. Там грамматика плохая у него и все в таком духе. У нас нет времени, короче, на разговоры, погнали все в лес. Я не знаю, что там было в той фразе, но ладно, еще звонок, боже мой, сколько можно? Черт возьми, задолбали меня все звонками сегодня, но надеюсь, это был последний на сегодня. Так, что тут у нас? Несколькими мгновениями позже могучие морфины и их съемочная команда начали записывать этот эпизод. Кстати, прикольный задник, ну, как бы красиво. Локация красивая. Что-то говорит мне, что угроза спереди. Лучше бы нам оставаться на чеку. О, крутые парни сразу. А, опасность была ближе, чем вы можете ожидать это, да? А ты никогда не ошибаешься, Вилла. Ну а посмотри, их еще больше. Черт, а их тут дохрена, реально. Так, 3 тима акробатики и 4 противника лидера. Завалить. Нам сначала надо их просто побить, а у них тут нехилая атака. И тут нехилое все. Музыка, кстати, какая-то таинственная типа играет. Так, нам сейчас надо что сделать? А вот как раз таки тим акробатика. Давай. Удар дракона! Не знаю, зачем я это сказал. Так, нам не хватает на... Сами знаете что. Поэтому просто залетаем. И пока ждем. Ждем получения по люлям. Так, нам надо 4 завалить нашим тим-лидерам. То есть красным, хочу напомнить. Ну, может, мы уже начнем хроматизироваться там, не знаю, а? Ага, Семёна еще застанили. Давай сюда. И добьем сукина сына. 500? 500? Fucking serious? Ну ладно. Я думал там 250 как... Ох, черт. Они научились чему-то новенькому. О, хилку мы уже видели. И обычно выстрелы тоже. Получай. Че вы ржете? Запарили. Бобер. Давай сюда. Вот тут еще акробатику надо забацать. Вот как раз мы этим и занимаемся. Так, Майкл. Нам надо тобой убить еще одного. А до тех пор мы хроматизируемся. We have the power. Понеслась. Так, что это такое? Lightning Dagger. Что? Так я же не брал даггер. Ладно. Да, сюда забежим. И застанем. Стан! Отлично, сработало вроде.
Ну и просто его попинаем. Довольно крепкий сукин сын, вы посмотрите. Не, Семен, давай чутка ближе. И пью-пью, мазафака, сделаем. Критом еще. Отлично, коробочка выпала. Как раз там крит ног. Или чего-нибудь там еще, не знаю, посмотрим. Попробуем. Ну, скорее всего, это не убьет его. Ага, еще и кантер по лицу. Так, давай, тимворк. Ну, давай. Тимворк. И Майкл добьет его. Упс. Нет, не добили. Ёп. Ну, вы поняли, что я хочу сказать в данной ситуации. Давайте хиллера убьем. Ну, а не так-то просто. Теперь надо хиллера добивать красненьким. Хия! Так себе, конечно. Уже еще... Что у него очень все круто по броне. Очень защищенный. Командные атаки и какая-то... Какие-то скиллы, в общем, необходимы. Или рекомендуемы. То есть так его не замочить. Ни в какую. Так, давай тимворк. И Майкл наконец-то добьет сукина сына. Отлично. Готово. Ну, говорите же, тимворк. Погнали тимворком. Дабл атак. А, не добил. Не добил наш дуэт, к сожалению. Еще и Семена застанили, отлично. Ну добей уже, Вилла. Еще и кантер по лицу, отлично. Так, провокация. Давай сделаем, я не знаю, ну просто так. Типа, каман! Еще подхиляемся. Так, найдем слабость тут. И пока он провоцирован, будем пинать. Что-то как-то слабенько мы их пинаем, очень слабенько. Давай поэтому с лука. О, красочка. Кто-то там нас опять очень тайно снимают. Мне это очень не нравится. Так, Майкл. Ох, как ты далеко можешь залететь, оказывается. Давай сюда. Подтянем его. Лосо! И шваброй по лицу. Бум. Отлично. Так. Что там дальше? И как раз таки после того, как они разобрались с миньонами. Вау, эти новенькие миньоны выглядят превосходно. Мне нравится этот наборчик. Ладно, я хочу заметить, что это была хорошая импровизация. Опа! Жалкие смертные! Как, вы думали, что вы можете достигнуть монстр-портала? Эй, вот почему мы сюда и пришли. Где же этот чертов портал? Я никогда тебе не скажу. Эта информация выше вашего уровня доступа. Уровня доступа? Черт тебя дери, что это за хрень вообще? Мы же записываем эпизод. А, извините, ну, вы как бы друзья Гаги. Ладно. Все приготовления уже здесь. То есть готово. Нам теперь нужно просто записать немножко больше футажей из этого места. И позже идти к порталу. Ну, в общем, вам придется тогда со мной посражаться немного. Пришли через портал, чтобы сражаться на вашей стороне. Превосходные растения. Marvelous это типа чудное растение, я так думаю. Переводится это. Должен ли я что-то сказать сейчас? Это очень немножечко отличается от нашего сюжета. Keep all your heroes standing, defeat boss monster with lead.
Ну, этим будем заниматься, я хочу вам сказать, уже в следующей серии. А пока что на этом все. С вами был мистер Чизер. Подписывайтесь на мой пока что маленький канал. Оставляйте свои доброжелательные и не очень комментарии. Не забывайте ставить палец вверх, вниз, влево, вправо. Куда угодно. Всем спасибо за просмотр. И мы увидимся уже в следующей серии. Хватит снимать папарацци, чертов.